Итак, все здесь? Да. Вроде все здесь, ну ладно, не суть. Всем привет, даже скорее доброе утро. Это я. И мы сегодня играем в Counter-Strike. Ну же так очевидно, что играем в Counter-Strike. Что видите, даже заставочку сделал детальный гайд по стрельбе в Counter-Strike. Это будет наш спонсор видео сегодня, потому что гайд выходит завтра. В субботу в 12 часов по Москве выходит гайд по стрельбе. Полноценный фильм о том, что такое стрельба в CS 1.6, сделанное мною, моей командой, моими ребятами. Очень много работал людей, я лишь сделал сценарий, озвучил, передал свои мысли, передал свой голос, идеи, свою музыку, треки с ребятами другими. Так что завтра будет круто. А сейчас что? Сейчас паблик. Бегаем на паблике рэп войска. Пробей битком. Ну и ничего. Пока будем ждать слотик, мы немного побегаем с ботами. Разомнемся, что и как. Пальчики вспомнишь, что такое АИМ, если он вообще у меня был. И там уже на пабы залетим. У меня, кстати говоря, синий прицел, потому что я не знаю, зачем я поставил себе его в КФГ. То есть я взял свой КФГ прошлый, получается, с января. Ибо я себе КС-ку перестанавливал, были некоторые сложности, проблемы. И у меня прицел синий. Я, конечно, могу сделать его красным, что у меня привычнее, и чтобы вы там не спрашивали, что у тебя прицел стал другим. Ну, захотелось мне так. Ну, сделал прицел. Хоть желтый, хоть черный, хоть вообще сделал невидимым. Какая разница? Сейчас чихну, секунду. Ой, спасибо. Если кто пожелал быть здоров, я с этого не услышу, но я догадаюсь, что да, кто-то это пожелал. Так, кстати, сейчас я играю на очень уникальной мышке, на которой я раньше никогда не играл. И вот, внимание, кто сейчас угадает, на какой мышке я играю? Нет, пускай так, пускай первые три игрока, геймеры вы мои, первые три человека, которые напишут, на какой мышке я играю, в комментарии ВКонтакте. Да, именно ВКонтакте, что я буду репост делать данной записи в группу ВКонтакте. Я, в общем, вам подарю по 100 рублей. Куда угодно. На карточку, на телефон, там, не знаю, на киви, на булочки, все что угодно. Вот первые трое, кто угадает, на какой мышке я сейчас играю, тот получает эту сумму. То есть 300 рублей разыграю прямо сейчас, мне не жалко. Так вот, и жду от вас всего этого в комментариях именно ВКонтакте. В Ютубе не пишите. В Ютубе можешь просто сказать, что я там я дно, все такое, топ-видос, там бла-бла-бла, все дела. Это вы умеете. Мышка крутая. Я о ней много-много раз слышал. Даже кое-где о ней упоминал, но и ни разу на ней не играл. Если я с ней бегаю, и в целом она очень дополняет мой стиль игры, потому что я с ней этой мышкой себя чувствую прекрасно. И в движениях, и в распрыжке, и по АИМу. Так что, кстати, в гайде по стрельбе я рассказываю как раз таки о мышках, что это очень важный инструмент в любом шутере. Но и там я говорю именно о трех этапах, как вообще мышку нужно выбирать. В общем, когда посмотрите, вы поймете, о чем я говорю. Ладно, я очень долго болтаю, хочу попасть на сервак и много поиграть. Там уже, блин, все такие прогеймеры, блять, они не могут выйти из сервака и отдать просто обычному смертному поиграть. О, что же делать? Будет очень печально, если весь выпуск будет посвящен тому, что я бегаю на своих ботах, бот с КСДМ, Байлестер, общаюсь с вами о том, чем я занимался утром, а чем я утром занимался. А, да, я утром просыпался и хотел сдохнуть, потому что очень сложно просыпаться на работу каждое утро. Хотя вы представляете, особенно те, кто живет за городом, потом едет в другой конец, например, Москвы, чтобы поработать 10 часов. Ой, это такие мучения на самом деле. Эти вот иллюзии, то, что сейчас поработаю лет 5, накоплю себе на квартиру, буду потом топчиком. Да, иллюзии манящие, пенящие, но это не топ. Это не то, что бы хотелось делать на самом деле. Так что хочу всем пожелать не быть засранцами. Делайте то, что умеете делать, кайфуйте, не берите ипотеки, не берите кредиты, живите одним днем по поводу того, что есть средства, живите по финансам, по возможностям. Все будет у вас чики-пики. Да ты, сука. Эти боты надоели. Что? Я только что видел чей-то зеленый силуэт. Там. Думал фрикануть него, но промахнулся. Потом дофриковал. Так, трекинг. Эпилепсия, а не трекинг. Честно. Где-то достаточно распомнить весь АИМ, что есть у него. Ладно, не вспомнил, а просто стал немножко переключаться. А все почему? А все, наверное, потому что сенса немного великолевато. Я к этой мышке еще привыкаю. В плане
Нет, я так не привык, но у меня просто рабочего пространства не хватает на столе, я играю как имбицел. Это нормально. Тихо. Кстати, когда я громко по мышке стукаю, будет слышно микрофон, сейчас проверю. Не, нифига. Нормально, микрофон сдерживает такие натиски. О, и мы заходим поиграть. Ну ладно, давайте поиграем. Знаете, ну я еще играю по своим никам. Нет, я хочу сныкаться. О, та-та буду я. И снова сервер, фу, блин. Там проклять. Я просто не хочу играть по своим никам. Сейчас будет там снова приставучки. Я тебе даже себе сделаю voice enable 0. Уберу чат при помощи команды. Had say text. Все равно будет ко мне людям приставать. Я очень часто люблю тишину. Как бы это не было парадоксально, я просто обожаю тишину, уют и уединение. Вот даже сейчас, когда я работаю в комнате, я знаю, что я один. И я знаю, что я разговариваю не просто так, меня будет слышать тысячи людей, поэтому я могу говорить. Так-то, если я выйду примерно на... Да ладно. Если на публику выйду, я не буду разговаривать с ними, что-нибудь с ними смотреть. Я не боюсь аудитории большой, крупной. Ну, я постоянно выступал на фестивалях перед многотысячной толпой, и там такое единственное, что меня спасало от ситуации, это наличие, как всегда, непоколебимого врача еще алкоголя. Ну и да, сегодня тоже не стоит перебарщивать, я ни в коем случае не побуждаю вас всегда свой страх заливать чем-либо. Это нужно воспитывать, и это воспитание идет годами, и именно практикой. Говорится, у страха глаза велики, и надо просто в них смотреть. Ну, смотри на меня, сука. Вот так говоришь ему, и все, и ничего не боишься. Ладно. Подождем снова, пока нас пустят на сервачок. О, неужели пускает? А, нет, я нажал на бедмач. Ну, ничего страшного. Уж, меня какое-то мясо только что убило в прыжке. Увидели это? Мы найдем его. Я уже никому не помню, ну ладно. Это не критично. Кажется, он уже сдох. Ну, не суть. Будем пока бегать, читать слота на паблике. И умирать, и вам тапать. Че, я не слышу их. Чего они, да, они без звука бегают все. Нет, теперь мне солнца не хватает. Вот, да. Солнца моя. 2,6. Для вам тапов в самый раз. Да, подсосы. Да что ты их не замечаю, блин, почему я... Спиногрызы. Мерзкие враги. Ну, даже не враги. Давай сделай, чтобы я сам себя не слышал. О-о-о. Так. На самом деле, давайте я уберу звук. Чтобы я слышал игру, не слышу себя, то я слышу себя, и нифига не слышу игру из этого. Надо больше вертеться, надо больше двигаться, тогда я буду их убивать чаще. Я тебя слышал. Не получилось завантапать. Вот он тебя убивает. Кто обижает малыша? Вот это красиво было. Это нормально. Так, тихо. Приходится вертеться, как юла, чтобы убивать всех тут в этом КСДМе. Но мышку я чувствую очень хорошо. Просто я прям, ух, очень много попривыкать к ней, и вообще буду имба. Бедолага, он просто спавнится и умирает. Прошу прощения, тебя очень долго убивал, чувак. Мог быстрее. Ты куда возвращаешься? Вот это здесь рядом. Еще один алюм. Зажмем. Он с ОП, он безобиден с ОП. Ты как искусный выпуск получается. Я током на паблике не играю. И смотри какие. Респе охраняют. А тоже буду охранять респе. Эй, наказали меня. Убежал такой. Счастливый, довольный. Респа. На плюсовые. Коленку бросил, побежал. Нет, еще не дай его просто. Такое чувство, будто они все играют со звуком. Они прям ждут, пока кто-то топнет, появится, заспавнится.
Успел убить его или нет? Какая-то дичь играет на фоне, ладно, мы ее перетерпим. И что у нас тут? Настоящая война, вот это в деле. Ну, в принципе, сейчас это можно сделать так, чтобы я сам себя слышал. А то за то, что я работаю в студийных наушниках, я себя нифига не слышал. Надо я грузил потише. Да, вот так вот. Сейчас вот так и вот так вот. А то, что работаю в наушниках студийных, я себя нифига не слышал. И я слышу гул. То есть от вибрации, когда я говорю, оно передается в мои наушники и гудит в башке у меня. Потому что наушники созданы для контроля музыкального, а не чтобы у них разговаривали. Так что я думаю, в дальнейшем я эти наушники поменяю на геймерские, чтобы, когда я разговариваю, не было такого, то что... Видите? Из него выйти. Ты смотри! Ну, ну это нечестно. Вы видели, сколько пуль пустил в него, и дальше они все пошли в разные стороны. Просто Господь рандома решил. Пошел ты в жопу, Дестро. Ты этого мяса не убьешь. Ну ладно. На будущее я не буду сжимать так нагло, пассивно. Я буду вантапать его. Это последствия присутствия на КСДМе. Ну, как обычно, там будет сейчас какой-то один тир на базе сеть, куча тысяч лет миллионов. Меня это будет дико раздражать. Полезные чувства вызывает КС-ка, когда ты реально можешь просто убить и не убиваешь. И наоборот, когда ты не можешь убить и убиваешь. Это просто реально вызывает экстаз, прилив эндорфина, дофамина и всего того, что радует нас. Это я так что гормоны перечислял, гормоны счастья. Так, сейчас мы кинем флешку. И еще одну, чтобы чел прошел. А, ну да, зачем? Мы снова зажмем, да? Нет, теперь зажал, убил. Хорошо. Накиньте вы флешки. Ёшкин кот. Не, только не гранатка. А, ты там свечо прошивает, думаю. Чё за жим только снизу? Ладненько. Так вот, что у нас происходит вообще на карте? Никого из знакомых не играет. КНГ ушел спать. Рейка сейчас занят качалкой с собой. Джордан играет, но вы не знаете, кто это, знает только я. Ладно, не суть. Но я пока подкачался и войсил небом, и полтавни не слышно, а кто пишет чат, никто ничего не пишет. Потому что не знает, что я играю. Хотя, сейчас можно сделать чуть-чуть погромче игру. Блин, такая пассивная игра. 16 теров, 14 контров, и как-то контры еще доминировали. Что-то было с ними не так. Что я не пойму даже. О. Вот так тиры играют. Угу. Инсульт. Есть дота на сраке? Думаю, нет. Да и не суть. Угу. Бомба не стоит, однако они сейвят. Что не так с этими террористами? Боже. Ну, ладно, поиграем как ДЦП. Возьмем ОП и будем тупо шить вот сюда. Вот. Может, повезет. Кого-нибудь мы убьем сегодня. Скучное занятие, но знаешь, когда ты утром просыпаешься, потяжечку теплого кофе с молочком. Само оно стоит ОП пришивать. Ладно, знаете, там, в принципе. Ой, бинды не тебе поставил, поржал, писку показал. Спалился, что у меня конфиг мой стоит. Так, там наш Б вышел уже. И мидл флешка нужна. Все. Удерживаем позицию. Как на клонваре. Сидим тупой. Занято. Занято, сказал. Пошел вон отсюда. Там стенки выходят, так понял, да? Так за это меня расстреливают. Ой-ой-ой. Печаль, беда. Убей сюда раз кто-нибудь его. Спасибо. Моя очередь мстить. Куда улыбкой? А, он справа стоял. Хитрожопый какой. Так будет. Только зашел поиграть, меняется. Но если будет нюк, будет довольно-таки неплохо. Так и назову. Фисташка. Или кем это там был? Фрикаделька на нюке. Столько всего происходит, что я забываю, кем он был позавчера. Так. Флешечка. Флешечка. А нет, мои ножки. Блин.
Мои коленки просто пострадали, как и моя гордость. Не-не-не-не-не. Убьем всего или как сегодня? Спасибо, что убили его. Ничего не вижу. А как тиры вышли в длину, если там 4 контра стоят? Я что-то сейчас призывал и не понял. Или там они поручкали, здорово, братишка, дела, да, проходи, да, там, свободно, а если там быстро бегают, убейте его. Так, что ли? Предатели. Ну, еще, сейчас какая-то будет карта, я просто уже не увидел. Денек, да, денек. Я как самый вредный игрок пойду за контров. Буду сесть за контров и буду фраги набивать. Все потому, что я буду вредным игроком. Ну, я сейчас вредно общаюсь в четверг, что я делаю летсплей в четверг, а убивать буду в пятницу для вас. Тавтология. Ну ладно, это по мне. Телепортейшн in the Danuk. Какой ты очень болтливый сегодня, мне кажется. Это еще кофе не пил. Это еще вечером записываю. Еще я поспал, я был говном разбитым. Я целый час пытался прийти в себя. Но... получилось, как видите. Смог же. Эй, Doom записал. Doom сегодня выйдет у нас в 6 вечера. Да, в пятницу в 6 вечера выйдет Doomчик. Там очень прикольно, между прочим, замесы нереальные, я думаю, для расслаба на сам раз. А утро я вас, как говорится, радую КС-кой. Правда, не фаскапом. Фаскап буду материал собирать либо вечером сегодня, либо в выходные дни. Ну, я пока немного отдыхаю от фаскапа. А так, как мы собираемся с ребятами, либо в соло покатая, либо с кем-то еще, то будет контент фаскаповский. И... нет, не уходи от меня. Сука. Я ж тебя все равно найду. Так, а ты чего у нас там? Не хочешь спускаться, да? Ладно. О, да ладно. О, не-не-не-не, я промахнулся. Я же не специально. Сейчас мы поручкаемся с вами. А, со спины, говнюк. Ну ладно. А че я хотел за КТ, значит, я что-то кидаю за теров. Ну, я же принципиально, если я хочу за КТ, я пойду за КТ. Если я хочу за теров, пойду за теров. За теров мы еще потом сделаем записи. Не-не-не-не, сейчас с рампов нас поимеют. Я очень жестко поимею с рампов нас. Да. Просто 5 реконтров выходит, они ничего не понимают, что происходит, они даже на ноль заходят, нас имеют за контров. И я перехожу за КТ, как и обещал. Не знаю, почему я занял эту позицию за глоком, хотя мог просто улезть на крышу и потом принимать всех. Но я думал, там выходит 3 чувачка, я первого забираю, но я никого не забрал. А-та-та. Меня кидает снова за тера. Это несправедливо. Нет, тихо. Я пролезу спокойно, меня никто не убьет. Они будут думать, что я вышел на закрытый плант. Я думаю, там сейчас все рали. Чао, пролез! Найди, уничтожить! Не знаю, что сделать с глоком, будучи вылезает сюда. Поиграю в Splinter Cell. Рано. О, он бежит. Слышите? Спешит к товарищам своим. Да, 54 дэмэджа. Это павлин. А, павловли. Я не могу эти даунскиники читать. А, шеловолевые патроны. Павлин нашел где-то. Сейчас-то за контроль не могу перейти. Сложно. Теперь у нас режим Карлсон Activation. Стоят на крыше, ничего не делает. Я как дебил с первого респой пошел рашить. Пытаться что-то сделать. Попытка не пытка. Дайте мне нормальную пушку, я устрою хаос. ТТ не сидим, написал, кто у нас? Словей, страх. Ну, зайди за теров, покажи им класс. Сколько лет проходит, а теры-то не меняются. Это Макаренко, дурачок. Малолетний, не знаю, почему он говорит о том паблике. Видимо, чей-то сыночек какого-то бати, но не суть. Мое мнение о том, что ему-то делать нечего, раз сервак 18+. Хотя валют пеписка еще поиграет с ботами. Хотя это не поможет. Первый раунд взяли. Молодцы, я их ругаю, сижу здесь. О, вот это карма. Видимо, ночью буду плохо спать за это. И снова за теров. Что за бред? Почему я перекидываю за теров, когда я за КТ играю?
Ну, это реально какой-то Дауни, то ли Минито. Что за контраф? Ничего не вижу. Ничего не вижу. Задал их убивать слепую. Не, вы издеваетесь. Ничего не вижу. Лазики. Иди нафиг. А здесь все читаемо. Что это? У тебя башка мертвая или что это было? Ну зачем? Зачем вздыхать с бомбой под дядькой, когда можно выйти? Смотри. Какой самоуверенный нуб. Кончился. Так, остался нуба Макаренко. Наверное, где-то прошивает снизу, не знаю, нет другого варианта, что он где-то прошивал. По мне учился бедолага. Надеюсь, что с ним разберутся. Ты же знаешь, что он внизу. Че, я внизу, он вверху. О, педали, попал. Ну вот, это я умею прошивать, а не он. Слабак. Калаш, не нужно, хочу с Эмкой побегать. Из-за контров хочу, ну ладно, раз. Раз не пускает меня сама судьба, за контров буду за первым с ума сходить. Пойду на крышу, побуду, Карлос. Рядку попрошиваю. Цифрки буду видеть всякие красивые. Вот в голову попало и все. Хочу еще. Я там. Ну давай, 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 давай. Не, не хватило, зажима. Давай, 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 давай. Есть контакт. Так, надо сбросить груз. А, никого нету. Серьезно. Думал, хотя бы рампа поджали они. Жму, я обожаю зажимать с этой мышкой, она шикарна. Помните про 300 рублей, да? Помните? Давайте. Чел в кишке сидит, блин. Че за аутизм? Печальное зрелище. Там никто меня не ждет. Один на улице под девяткой с АВП. О, один на девятке? Или это он и есть? Чего? Как это, фу, блин, попадает вообще по мне? Боже, блин, давно вот этот фарш стал попадать так? Не понимаю, он всегда играл с КД 0, блин. Бред. Вот это мой фейл сейчас был. Ладно. Я просто напишу фу, это не игрок. Я думал, что она там будет вылезать с девятки идти ко мне, а тут, блин. Ладно, сейчас мы так сделаем. Ага, надо было больше флешек кидать. Либо это было в кишку уйти, а они там все команды девятка лезут. Не, меня, сука, пукан загорел бы от этого бреда. Какой раунд идеально такому дебилу продать. Фу, блин, фу. Не могу успокоиться никак. Так, ну что он сделает теперь? Как обычно, режим Карлсона. Просто режим Карлсона. Печаль, беда. Я даже не буду эти моменты выражать, я буду показывать весь игровой процесс, как есть. Все настоящие эмоции, негатив, эмоции плюс, минус, позитив. Пофигу. Эх, тиры, тиры. Настолько же вы бесполезные. Особенно печально было, когда чел стоял вот на планте, он знал, откуда чел вылезет, он занял позицию за ящиком, и он не смог убить его. Вот я за ним сейчас наблюдаю, за отговай сова. Блин, ну... Вот элементарные понятия должны быть, что можно было убить на размене. Да, а он не хочет двигаться, вот следить за красным. А и контрел не ищет.
Контр даже не пытается искать. Аллилуйя. Долго админы думали его прикончить. Дайте мне первый респу. Теперь осталось попасть в кишку. Хоть как-то. Ничего не вижу. Где я? Слышь, какой ты, смотри, блин. Никто не преследует пока, все нормально? Ну ладно. Попробуем это зайти с тыла чуть-чуть попозже. Хотя контры и так подыхают, что наши тиры работают оперативно. Так, там еще один есть? О, тихо. Зоркий. Отдыхай. Слышу, но не вижу. Так, ну что ж, первый респ решает. Отчасти. А вот теперь первый респ нету. Ничего не решает. Фу, меня бесит какого-то туркменского с нас на 4. Это просто фу, бред. Какой раунд ему подарить просто. С бомбы зарез без, блин. Так, ладно, сейчас под опа, не выйти просто. О, готов до подплешки. Наши еще ноль отдали. Точнее, скажем так, наши ноль вообще полностью провалили его. Займите его в ноль. Будем того цеплять. Скорее всего, сам игры будет здесь. Рискнем. Угу. И в голову. Фу, блин, что за вечер сегодня? Бомжи смерти какие-то у меня. Не все же должно быть идеальным. Была бы респа, я бы вышел, просто убил бы хоть парочку. Вот только на крыше остается эти. А чем у меня так FPS поедается? Видите, мне FPS прыгает. Это обычно от сильной нагрузки. Хотя что нам? А, у меня там, скорее всего, анимация на фоне работает. Сейчас будет печальное зрелище. Расстрел, где те дестры? Фанаты. Фанатики. А, Филимонов пришел. Шеф пришел, всем тихо. Это лицемеры двуличные. Ладно, что если я просто буду шить? Давай. Да он выйти на простыл, ребят. Понятно. Ноль полофили, ничего не сделали. Убили его нам. Да что же вы будете делать? Боже, просто выходит это сюда. Не мой день сегодня. Либо просто игру не слышу, много общаюсь ни о чем. Давайте просто поиграем молча. Может, сами ли дело в этом? Даже с этим говном и на первом месте. С моей говной игрой. Начал. Я просто в соло выхожу на... Да ну, ребят, ну что делается?
Нащупал. А то он просто спрыгнул вниз. Бог рандома, где ты? Что ты делаешь со мной, блин? Чем это мясо убивает? Печаль, беда. Обожаю негативить, так эмоции хочется выводить, при этом чувства снятся. Думайте обо мне, что хотите. Ну, люблю я негативить. Люблю бомбить ее на самом деле. А ты можешь всего плески день на себе держать. Так. Кому-то отирали свин. Шо ж ты, баранушка, не открываешь скрипу с первого респой, блин. Все, сваливаем. Миссия провалена. Все, я сижу на крыше, никуда не пойду. Ай, моя голова. Кем там воевал-то? Это ОПНаш стреляет же. Зорки. Хорошо летел. Чего? Меня гангстер прошивает? Все, клиника. Это надо идти отдыхать. Ладно, эту карту доиграем и спать. Все. Но больше не могу, она сейчас сгорю. Почему они такие медленные? Чего они все сидят? Драгоценная секунда своей жизни прожигает в будке. Шифты на девятке. Зато раунды берут. Попади, попади. Триумф. А, трамф. Римф, трамф. Фу, так это вообще выговаривается. Гансер даже не понимает, что пачка там одна остается. Ну ладно, там своя онкология. Мы в это не полезем. Да. Надо пойти умыться после этой игры. Сколько нам осталось до конца этого позора? Ой, он такой дебил. Так что использовали? Чего? Нифига дэмэджа прошло. Все, с крыши я не слезу. Наши болла стали на улице возле ангара. Шикарно. Просто худший раунд затяра вообще будет. По улице просто чпокают нас, и ни один контр не вылез на крышу. Реально несправедливо. А бомбочка сидит в будке и не двигается. Чем я видел изначально пиксель ее. Респы нету. Печаль, боль. Какая боль. Тихо. Есть еще надежда на победу. Нет, нету. Ни в одного контра не попал. Это бывает. Может, там никого и нету, или напрягаюсь, стою. Допустим, я прав. Что-то я мышку потерял сейчас. Серьезно.
жмет, жмет, и все-таки одной пулей в голову попадает. Я думаю, взять пушку, калаш и спокойно вантап дать ему, но нет. Все против меня, надо поныть. Дайте платочек, пожалуйста. Я так и назову эту игру. Нет, с лоточком очень долгое название. Фрикаделька и носовой платок. Во, вот так и назову. Чудо, как мне горит от того, что происходит за терах. Хотя бы за катрепку поиграть спокойно, расслабиться. Нет. Нет, нет и нет. Даже заткнуться не могу никак, что спокойно убивать молча. Так, таймлефт. Таймлефт. Осталось минутка, ну ладно. Потерпим этот позор еще. И выложим его. Пусть все знают, что не бывает непобедимых. Они как всегда монтаж выкладывают, играют на говнопабликах, там где просто можете сделать минус 8. Нет, тут же рэп войска, тут все иначе, тут раньше задавят скиллом. И ребята контры не поджимают будку. Серьезно ли? Фу. Вот почему не стоит играть за теров. Ты будешь рашить, будешь умирать, вызывать по пару фрагов и дальше наблюдать за всеми, что происходит. И потом разговаривать с вами. Ну хоть, да, в этом плюс. Как-то обычно я сворачиваюсь и делаю свои дела. Вконтакте посижу там. Пару тегов добавлю, чем сценарий сделаю. Блин, точно наш сценарий написать. Ёшкин кот. Ладно, сценарий завтра напишу на работе, вечером озвучу. Столько дел, когда все успеть-то? О, тут сейчас голосование еще рано будет. Я выберу Аполло, бегали своего Аполло, хотя бы Пиранеси. Или Клоустер. Кидайте, кидайте налево-направо драгоценные гранаты. Зачем их сохранять? Фу. Ненавижу вас. Мега-прострельщики от АТА. Мега-смерть от АТА. Вот так и играем. Дал просто идеальные две флешки. Теры вышли, теры сдохли. Да, дальше можно не смотреть небо. Ладно, ребятки, все это постановка и геймплей. Рад был, что вы это дело до конца досмотрели. Меня послушали. Покайфовали. Провели свое время или убили свое время целых, сколько, 38 минут. До встречи в новом видео. Ждите гайд, который выходит завтра. Ждите Doom, который выходит сегодня. И пока-пока. А я пойду спадки. Всех обнял. Хейтерам дал пизделей. До встречи. Чао-чао.